Я Поляков Андрей, руководитель и тренер театра «Силы», город Дзержинск. Мероприятие знаковое для нашей области. Это чемпионат среди вузов и СУЗов по пауэрлифтингу и его отдельным движениям под эгидой Федерации «Союз пауэрлифтеров России». Вот. Чемпионат бесплатный, то есть нашли спонсоров мы как организаторы и проводим этот чемпионат для того, чтобы люди могли поучаствовать в этом бесплатно. Именно молодежь, то есть до 23 лет, чтобы они могли найти себя и понять, нужен ли им этот вид спорта как таковой. Вот. Много спонсоров, много участников, порядка 120 человек. Есть участник из Алжира, есть участник с Москвы, Петрозаводска, с Карелии. То есть, ну, по своей географии чемпионат почти Россия. Хотелось бы так думать, да, но пока это областной чемпионат. Надеемся, что он будет ежегодный.